Стоп, стоп! Досмотри до конца! LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Ну ладно, я посмотрю. У каждого из нас есть какая-то мечта. Блять, как будто Алексей Шевцов начинает свое видео. Я вам клянусь. Сука, ровно такой же вайб, ровно такой же. Кто-то мечтает купить себе машину, а кто-то мечтает купить себе квартиру или, возможно, даже чебурек. Может быть, прямо сейчас вы сидите голодные и мечтаете об этом, но у вас нет возможности, у вас нет денег или еще что-то, чтобы это приобрести. Знаете, вот если это прям Алексей Шевцов, следующий кадр должен быть следующим. Пролет по городу, возможно, из машины, возможно, просто по улице. Небольшая пауза, эмбиент и рассказ о том, ребята, я нахожусь в Нью-Йорке, это мой видеоблог. Вот я тоже мечтаю. И в этом плане мы с вами чем-то просто похожи, проверим, потому что насколько я мечтал, например, купить себе квартиру. Я думаю, что каждый человек мечтает это сделать, да? То есть каждый стремится к тому, чтобы рано или поздно приобрести себе свою недвижимость. Потому что это... Он будет весь ролик на Кик записывать? Блянь, пиздеж. Ну, такая, знаете, гарантия... Тут еще на Таймсквере. Стабильности, да? То есть в случае, даже если что-то произойдет в жизни, вас уволят, то вы не окажетесь там на улице. Если меня уволят, то пиздец боссу, нахуй я его обоссу. Меня увольнять, сука, себя не уважать, поверь, блядь. На помойке и так далее. Да, придется. У вас будет своя квартира, в которой вы сможете сидеть, спать, срать, кушать и так далее. Срать, точка. И к чему я вообще сейчас это все говорю? А вы сейчас узнаете. Для начала... Блядь, я не угадал, сука, он просто... Блядь, я не угадал! Хотел задать вам вопрос. Представьте, что вы стример известный. И представьте, что к вам приходит какая-нибудь стриминг... Это сложно, но я представил. ...площадка и предлагает вам достаточно большие деньги. Они говорят вам, вот, вы можете стримить иногда у нас, и мы будем вам платить столько, что за год буквально вы сможете купить себе квартиру. Я соглашусь. Вообще посрать, я соглашусь. Если будете стримить у нас периодически, как бы вы к этому отнеслись? Вы бы согласились или отказались? Я соглашусь. Причем вам даже не запрещают стримить там на своей основной площадке, например, на Твиче. Вам просто говорят, приходи иногда к нам, стрим здесь. Мы будем платить тебе большие деньги. Ты сможешь купить себе квартиру. Ты нас бросишь? Так он говорит, типа, ты можешь не уходить с платформы, а стримить дополнительно на другой платформе. Ну, то есть, грубо говоря, я просто стримлю там также часов, 3-4 тут, и оставшиеся 3 часа, блядь, иду на Кик, допустим. Ну, как будто хрень. Особенно, когда тебе говорят, что ты за год можешь купить себе квартиру. Ну, вы понимаете, что в моей голове квартира, которую я бы хотел купить, она стоит, миллионов 300 рублей, 100-150 где-то. Вот прям я бы хотел купить. Если вот выбирать, я бы хотел квартиру за 150 миллионов, я даже представляю, какую я хочу именно. Поэтому я понимаю, что мне такие деньги предложат. Только на таких условиях. Что бы вы сделали? Вы бы согласились или нет? Ответьте себе на этот вопрос и идем дальше. В общем так, ребят, давайте я не буду долго ходить вокруг да около, тем более, что многие из вас так уже все знают, да, и в курсе вообще, что происходит. Раз в неделю я стримлю на такой платформе, как Кик. Раз в неделю я там провожу 10-часовые стримы. И чтобы вы понимали, за 10-часовой стрим я получаю на этой платформе $6000. 600 тысяч рублей за час стрима? Кик, не хотите поговорить со мной? Я охуенный, блядь. Я пиздат. А, за 10 часов? Так, бля, хуйня ебаная. За 10 часов? Хотя? За 10... Кик, я охуенен и пиздат. Взгляни на мой прикид. Я, конечно, не готов крутить казино, но готов смотреть видосики. Согласитесь, это огромная сумма. Это огромная сумма даже для Америки, даже для такого города, как Нью-Йорк. То есть, врачи столько здесь, хирурги не зарабатывают. Чтобы вы понимали, это в час где-то, $600. Сумасшедшие деньги, просто капец. К чему я веду? А веду я к тому, что пока есть такая возможность зарабатывать такие деньги, это... Вполне себе обычная ситуация, когда какая-то платформа стриминговая, да, которая только вот появляется, открывается, она начинает платить кучу денег всяким разным известным стримерам. И глупо от этого отказываться, согласитесь, вы бы тоже от этого не отказались, потому что ни хрена себе, зачем от этого отказываться?
пока есть такая возможность, а она появляется там раз в жизни. То есть сейчас они платят, через неделю они, возможно, уже перестанут это делать, через месяц, через два. Но пока есть такая возможность, почему бы этим не воспользоваться? Нет, я не говорю сейчас о том, что я ухожу с Твича, я не уйду с Твича никогда. Ну, вероятнее всего, если мне, конечно, там не заплатят $1 миллион. Нет, я не ухожу с Твича. Просто хотел сказать, что с сегодняшнего дня, то есть с понедельника и по воскресенье, то есть всю эту неделю, я буду стримить на Kick каждый день. Почему? Ну, ради чего, для чего? Все очень просто. Ура, я буду стримить на Kick, ребята. Так ради чего? Ради денег. Так вот, в начале видоса мы с вами говорили о мечтах. Ради денег. О недвижимости. И я хочу себе приобрести какую-то недвижимость. В данном случае здесь, в Нью-Йорке. А это самый дорогой город в мире, я думаю, вы это и так знаете. Соответственно, и квартиры здесь стоят очень дорого. Но, получается, сейчас у меня все-таки есть возможность хотя бы немного приблизиться к этой мечте. Да, потому что есть платформа, есть Kick, который готов мне платить эти деньги, они платят. Пока что. Мне же кажется, сейчас некоторые чуваки такие: а нахуй тебе квартира в Нью-Йорке, это же неудобно, это город самый такой, ну, неприятный, наверное, для жизни, блядь. Еще только там один нормальный район, все остальное параша. А вас ебать это должно вообще, вопрос, кстати говоря? Ну, то есть, если серьезно. Пусть делает, что хочет. Его деньги, пусть покупает себе квартиру, хоть, сука, в Норвегии. Похуй плюс похуй, не? Есть желание, пусть покупает. Понятное дело, вы бы, наверное, в Нью-Йорке бы не снимали квартиру, даже если брать Америку. То есть, возможно, вы другое бы место выбрали. Я бы, например, вообще бы смотрел в сторону Техаса, например. То есть Нью-Йорк как будто мне вообще... вот вообще весь этот район мне, ну, просто не нравится. Территориально. Вот в Техас я бы думал об этом, например. Обильно. Но для этого мне требуется ваша помощь. Без вашей помощи у меня это не получится. Ну или же мне придется жить на улице, как вот этот вот человек. Чтоб вы поняли, ну это человек. То есть он под одеялом сейчас лежит, спит. И ему нормально. Хотя... пустыню? То есть ты считаешь, что в Техасе только пустыня, блядь, да? Я не знаю, может быть ему не нормально, может ему холодно. Но так или иначе, вот живет он здесь на улице. Это вот, знаешь, логика примерно такая же, что Нью-Йорк когда-нибудь просто утонет. Вот примерно вот, ну, та же самая логика. Вот так вот и бывает. Обратите внимание, ребята. Блять, зачем брать квартиру в Нью-Йорке? Там же, блядь, она утонет рано или поздно, блядь. Годзилла вылезет, бля, все. Сзади у нас дебоширят. О, видите, да, что мужик делает? Бля, охуенный, кстати, ну, обожаю Нью-Йорк. Я не знаю, типа, какова его цель. Я не знаю, какова их цель. Но, вы посмотрите, спасибо, что здесь происходит. Здесь просто крысы бегают. Ну да. Нью-Йорк, Токио, все подобные города, это, ну, крысы всегда. Это вообще отвратительно, блядь, как страшно-то, а? Их... я скажу больше, если ты возьмешь какую-нибудь дешевую квартирку, крысы всегда будут с тобой. Они your brother. Их там охренеть! Их огромное просто количество! В Москве такого нет. Вообще, на самом деле, подобная хуйня есть в любых крупных мегаполисах. Это, ну, очевидно, если что. Просто где-то этого больше, где-то меньше. В Токио, допустим, ну, я могу с уверенностью сказать, что крыс, ну, блядь, намного больше, чем в Москве. Прям дохуя! Раз, два, вон она, сука. В Нью-Йорке не знаю, я там не был, поэтому сравнить не могу. Стоит, палит на меня. Фу, блядь, еще одна бегает. Жесть! Я говорю, Токио в этом плане, это, ну, это реально Питер. Типа, крысы воняют, блядь, повсюду там алкаши какие-то, объебанные японцы, и этот, ну, зато и инфраструктура хорошая. Вот Токио, блядь, это Питер, только с инфраструктурой пиздатой. Я передумал. И опять же, днем охуенное место. Реально, реально, вот Токио, вот как Питер, днем охуенно. Только наступает ночь, ты как будто на Думскую пришел, я тебе клянусь. Себе покупать квартиру в этом городе. Я вам даже стримил эту хуйню, типа, вы видели, это реально, блядь, думская. Это просто отвратительно. Все, ребят, все. Причем я говорю не только про Синдзюку, я вообще говорю про любой район. Даже Адайба, блядь, в этом плане очень сильно напоминает. Отменяется. Хотя ладно, пизжу, Адайба это охуенный район в Японии, но он дорогой пиздец. Ну его нахер. Это просто ужас какой-то. Хотя, когда смотришь на эти виды красивые, то сразу же опять мнение меняется в другую сторону. И теперь я снова хочу здесь себе приобрести недвижимость. Не прям, конечно, здесь, потому что на Манхэттене это просто нереально.
здесь слишком дорогие квартиры. Мне в таком случае на Кик придется стримить, ну, года 2-3, постоянно, стабильно, и тогда, да, я смогу себе тогда приобрести недвижимость прямо здесь где-нибудь. Дорогую, классную, ну, дай но бог, 2-3 дай года бог, постоянно стримить на Кик. Это дай такое. Бог, что получилось. Все-таки. Потому что они не убираются, они ленивые, а мы нет. Вообще-то они убираются. Короче, смотри, в чем прикол у японцев. Ну, как я понял, почему там реально столько дохуя крыс. Как выглядят, вот получается, как дома строят в Японии? То есть, допустим, у нас, если строят, вот, допустим, дом, огромная дырка, куда там, допустим, дорога идет, и рядышком дома, да? Как у японцев? Дом. И тут, блядь, не проход, нахуй. Тут, короче, всякие трубы, блядь, всякие ящики, электрощитки. И пройти через это ты в теории можешь, но бочком. Из-за ты толстый, вообще ни единого шанса. И при этом всем очевидно, что в этих, блядь, местах спокойно может скапливаться живность. Вообще спокойно. Но это еще не все. Из-за того, что она скапливается, она спокойно может вылезти и, допустим, мусорные бачки почистить. Понимаешь, да, о чем я говорю? И поэтому, что придумали японцы? Ну, я так понимаю, это прямо гениальное решение. Они решили просто в большинстве мест убрать нахуй мусорные бачки. Ну, точнее, даже не в большинстве мест. Я вообще, по-моему, на улице, я даже не помню, чтобы я их видел. Их просто нет. Мусорок не существует. Зато, блядь, вопрос, а куда тогда, вот, допустим, всякие кафешки, бары выкидывают мусор? В этом-то и прикол. Ночью все, блядь, заведения выкидывают мусор в одну огромную кучу. Куда, получается, приходит специальная служба и все это вывозит? На улицу. Прямо на улице. Поэтому я объясняю. Япония днем — это реально вайб. Япония ночью — это просто, блядь, ну, это думская. Особенно там, где очень много различных заведений. И, естественно, на вот этот мусор спокойно могут сбежаться крысы. Twitch лучшая площадка пока что. А так, глядишь, может быть и... Нет уже давно думской. Может быть, ее нет, но я все равно ее запомнил. Кик станет лучшей площадкой когда-нибудь. Короче говоря, к чему я вообще все это записываю и говорю? Да все очень просто. Всю эту неделю, именно эту неделю, я буду стримить на Кик. Для чего? Все очень просто. Чтобы заработать денег. Зачем? Все очень просто. На ипотеку. А, вы думали, что сразу на квартиру? Не, все не так просто. Как я уже сказал, квартиры здесь дорогие. Поэтому все, что мне сейчас остается, это, ну, стримить, заработать на ипотеку, на первый взнос. А дальше уже, ну, дальше будем уже смотреть, как пойдет. То есть, нет, я не ухожу с Твича. Я никуда не ухожу. Просто эту неделю, с понедельника по воскресенье, я буду стримить на Кик. Может быть, потом, в следующем месяце, я еще одну неделю постримлю на Кик. Потом через месяц еще одну неделю. Таким образом, может быть, за год. Ну, у меня получится. Да все правильно, все правильно. Иди стрим на Кик. Я пока твою аудиторию к себе заберу. Все правильно, все правильно. Говорю, иди на Кик. Че, а че, ребята, минус конкуренты. Пока вот не будет он стримить на Твиче, я буду потихонечку забирать аудиторию Хес. Потом придет, а у меня 10 тысяч онлайна, а у него 2 тысячи. Поменяемся, так сказать. А? А? Получится заработать на всю стоимость этой квартиры. Выплатить ипотеку и так далее. Но произойдет трейд. У меня это не получится без вас. Я как раз так потихонечку башню начинаю делать, они даже не заметят разницы, а? Без вашей помощи. Пока у меня не башня, так у меня веник ебаный. Ну ничего, с этим разберемся потом. Как бы, как говорится, надо найти просто хорошего барбера. Поддержки. Хай. Там как будто... Кто там пиздит? А в чем прикол? Сори, фул. И чё? Он чё, забыл-то вырезать просто или чё? Only $2. Что? Окей. Ну вот, видите, блядь, стоило просто встать здесь, что-то записать, чуть-чуть нахуй не ограбили. Подошел, начал просить у меня деньги, забрал пару баксов. Мне, в принципе, не жалко. Ну просто попрошайка какой-то. Ну вот он еще... Ограбили его, подошел попрошайка, он такой, бля, меня чуть не ограбили. Блядь.
Америка хуй. Такая Америка, к нему просто подошел чел, попросил бабки. Обычный бомж-попрошайка. Ограбление. Бля, пиздец, в Америке, конечно, бля, ужасно. Бабки грабят среди ночи, решил выйти погулять, тут деньги просят, охуеть. Чуть-чуть продолжает говорить, оборачивается. Не знаю, какой-то бомж. Что ему надо, непонятно вообще. Сейчас, мне кажется, вернется сюда снова. Опасная ситуация, опасная. Так, так, так. Ага, ага, что-то. Он причем ходит, сам с собой разговаривает. Не может быть. Реально, в шизике, бомжи, вот это да, в первый раз таких слышу. В данной ситуации надо делать вид, как будто бы ты не видишь его, не обращаешь на него внимания. Все понятно, Хесус зяблик, он боится бомжей. Вот. Слава богу, что перед тем, как прийти сюда, я сходил в продуктовый магазин и потратил... А вот настоящий Сигма никогда не боится бомжей. Правильно я говорю? Вот Патрик Бэтмен, когда увидел бомжа, что он сделал? Он его испугался? Нет, он его за... ладно, неважно. Потратил там $100 наличкой. У меня оставалось только 2 бакса. Вот, и я ему эти $2 отдал. Так, ну, вроде он ушел. Ну и какая же поддержка... В GTA 5 RP, а точнее в фильме. Поддержка требуется от вас, спросите вы, да? Да и вообще, почему вы должны мне помогать? Не, вы на самом деле вообще мне, в принципе, ничего не должны, да? Но если вдруг кто-то хочет помочь, поддержать... Вот я сейчас объясню вкратце. Количество денег, которые я зарабатываю на Кик, напрямую зависит от количества зрителей на стриме. То есть чем больше онлайн, тем больше я и заработаю. Все максимально просто. Вот именно поэтому я и записываю это видео. Я просто хотел вас пригласить на свои стримы, которые будут у меня проходить вот целую неделю. С понедельника по воскресенье, как я уже говорил. Блять, он реально записал это видео исключительно для того, чтобы рекламировать свой Кик. Он уже 4 раз это рекламирует. Каждый день, даже во вторник. Ребята, я стримлю на Кике. Ребята, я говорил вам, что я стримлю на Кике? Я буду там стримить. Я понимаю, что, может быть, оно вам и нафиг не надо, да? Потому что, ну, квартиру-то я себе возьму, а не вам. Но, блин, я буду очень благодарен, если вы придете, потому что мне уже чертовых 30 лет, а я до сих пор еще ничего себе не приобрел, ничего не купил, ни машины, ни квартиры, ничего, мне нахер машины не нужны. Но вот квартира бы не помешала, потому что время сейчас такое нестабильное, и хочется, чтобы было что-то такое, в чем я был бы уверен. Короче, я не знаю, что еще тут добавить. Нихуя он высокий! Видел? Это из этого. Как помните, фильм был «Малыш»? Наверное, ты, а что он не сфоткался? Актер охуевший. Сказал, как есть. Вот, поэтому буду очень благодарен, если вы придете на мои стримы. Ссылка в описании. Подписывайтесь, зафоловьтесь там. Еще раз повторюсь, я не ухожу с Твича. Я просто недельку постримлю на Кик, чтобы заработать себе немного денег на первый взнос для ипотеки. Это примерно будет половина той суммы, которая мне нужна. Через неделю. Мой первый видеоблог из Америки. В скобочках я пытаюсь сказать своей аудитории то, что я буду стримить на Кик. Или я снова вернусь на Twitch. Все, то есть не пугайтесь, я никуда не ухожу. Может быть, в следующем месяце. Бля, это охуенно, просто я не могу. Месяц у нас будет еще одна такая неделя стримов на Кик. Ребята, кстати, вы знали, что Хесу стримит на Кик? Если я каждый месяц буду вот так вот проводить там время, стримить, то, может быть, под конец года я и правда смогу заработать себе на квартиру. Не знаю. Опять же, все от вас зависит. И чем больше будет людей на стриме, тем больше я заработаю. Вот такие пироги. Стин, привет, не знаешь ли будет... Блять, Стин, привет, не знаешь, будет ли Хесу стримить на Кик? Сука, что-то в голосинус. Стин, привет, не знаешь? Что ты тут делаешь? Видео снимаю. Здорово. Ты видео на YouTube до сих пор снимаешь? Ну, иногда. Брат, фотку можно, пожалуйста? Да, конечно, можно. Спасибо. Вообще без проблем. Итак, давайте я вам немного покажу, как вообще... Вот видите, как Хес популярный, его в Америке даже знают. Выглядит метро в Нью-Йорке. Первое, что бросается в глаза, но не ощущается вами, это запах мочи. Такое ощущение, что я зашел в какой-то общественный туалет. Прям, ну, воняет, неприятно. А, также, конечно, да, оно не особо чистое, как мы видим, да, оно такое грязноватое. Ну, кстати, японское метро в этом плане нагло выше, чисто визуально. Я говорю, мне японское метро просто не нравится, как оно сделано. Ну, именно по билетам. Там же ты, короче говоря, покупаешь... Ты, конечно, можешь купить себе, получается, типа тройки их местные, там она по-другому называется как-то, и просто заходить куда хочешь, блядь, и идти в другое место, и там тебе деньги снимаются. Но вообще ты не можешь просто купить билет,
зайти и ехать куда угодно. Ты должен купить именно куда заходишь и где выходишь, потому что остановки разные по денежке. И это, ну, немножко, наверное, странновато для кого-то, кстати говоря. Вот, похвастаться своей чистотой или красотой. Но с точки зрения, наверное, того, как выглядят поезда, ну, мне в Японии они реально понравились. А еще они, по ощущению, шире, чем наши. То есть вот именно в Москве, например. То есть оно не... Они прям очень широкие. Может, поэтому Такер Карлсон в чем-то был прав, конечно, да. Спорить я здесь не буду. Но оно работает круглые сутки, и оно очень удобное, потому что на этом метро ты можешь добраться до любой точки города вообще без каких-либо проблем. А еще оно дорогое, почти $3 за одну поездку. Вот, но как-то так. $3 за одну поездку? Бля, кстати, в Японии, что вы понимали, получается, было дешевле, если мы говорим про... Хотя нет, там, если ехать самые-самые ебеня, вообще дорого будет. Там же, допустим, есть, допустим, за 210 йен, это где-то рублей 100 примерно за поездку. А есть там, по-моему, которые за 700, это уже 300, 350, а я помню, даже есть за 1000, это уже 500. Опять же, зависит от остановки, куда ехать. Чем дальше, тем больше, конечно. Не знаю, нравится вам или нет. Но выглядит оно примерно вот таким вот образом. Ну вот примерно так выглядит обычный поезд. Не, у нас очень дешевое метро в этом плане. Прям очень дешевое. Его сейчас пытаются еще обновлять. Соответственно, да, метро. Ничего особенного нет. Вот так вот оно катается. Тоже ничего особенного нет. Просто едет вперед. Я, короче, жду, когда у нас запустят скоростной поезд какой-то. Просто в Москву-Питер так ездить буду. Ты все. Ну да. Внутри тоже бывает грязновато, но в целом терпимо. Кататься можно. Так что если вдруг когда-то в Америку переедете, рекомендую пользоваться. Но будьте осторожны. Потому что иногда... Здесь могут ходить не очень здоровые люди, скажем так, на голову, да? И бывают случаи, они хоть и редкие, но бывают, что кого-то толкают буквально на рельс туда. Ебать! И, короче говоря, это, естественно, ну, вызывает определенные последствия. Но, кстати говоря... А чё по охране? Каким бы оно грязным не было, но его убирают, по ночам чистят. То есть, вот, смотрите, даже шампунь. То есть, это не просто его чистят водой, тут целый шампунь. Вон какой-то мужик идет тоже. Так что, ну, так или иначе, здесь убираются. А вот тут еще какая-то скульптура, какие-то ноги. Что это вообще такое? В общем так, ребят, если подводить итоги, то я считаю, что с моей стороны было бы глупо отказываться от той возможности, которая у меня сейчас появилась. Как я уже говорил, такие моменты, они происходят крайне редко. То есть какая-то стриминговая платформа, она открывается и начинает платить много денег. Это не происходит постоянно, это происходит редко. На моей памяти такое было с такой платформой, как Трово, да? То есть они платили там... Он продолжает, блядь, опять про это говорить, охуеть, я просто не понимаю. Вы вообще понимаете, что ролик состоит вот буквально из того, что чувак... Не, подожди, даже не так. Что его чуть не ограбил бомж. Точнее, ограбил бомж. Он об этом говорит, типа, блин, меня ограбил бомж. Второе, то, что метро в Америке пиздец хуйня. Ну, точнее, не хуйня, просто оно очень грязное и на самом деле хуйня. Но не хуйня. И все остальное время он говорит, ребята, я хочу квартиру, я буду стримить на Кике, ребята, вот поймите меня. 15 минут ролик идет, блядь. 3 месяца, потом перестали. И с такой платформой, как Кик, абсолютно такая же ситуация. Они сейчас платят, а через неделю, возможно, уже не будут. Может, через месяц не будут. Пока есть такая возможность у меня... Я считаю, что этим надо пользоваться. Тем более, что, как я уже говорил, я никуда не ухожу. Я просто иногда буду подрубать. Бля, я уже вижу комментарии под нарезкой под этим роликом. Ребята, так я не понял, а Хесус на Кике стримит? Там и все. Но если вы хотите помочь или как-то поддержать, ссылка... Грустная музычка, ребята, подрубаем грустную музычку. Ребята, если вы хотите меня поддержать, знаете, я стримлю на Кике. Будет в описании, приходите, подписывайтесь и просто смотрите. Этого достаточно, просто смотреть. Ну, а я буду очень благодарен, если вы это сделаете. Постараюсь вас не подвести, делать как... Постараюсь вас не подвести и стримить на Кике. Какой-то интересный контент. Кстати говоря, если вдруг вам понравился такой формат видосов, пишите в комментарии, ну...
А ну... Где я стримлю, блядь? Надо ли еще такое записывать? Какие-то видеоблоги из Америки, может быть, показывать вам что-то интересное. Блядь, я хочу увидеть еще один этот видеоблог, где он 15 минут рассказывает о том, что стримит Такики. Очень интересный видеоблог про Америку. Безумно, я столько всего нового узнал о Нью-Йорке, просто пиздец. Вот, так что если хотите, да, пишите, оставляйте комментарии, ставьте лайк. Какие-то пьяные мужики идут, орут. Вот, так что да, буду очень благодарен, если лайк поставите, комментарий оставите, да. Поэтому, если вдруг вам не безразлична моя судьба или мое будущее, я буду очень благодарен, если вы будете приходить на мои стримы на Кик. Еще раз повторю, ссылка в описании, подписывайтесь, фоловьтесь. Я буду вас ждать уже сегодня и в течение всей недели. Ну а потом, в другие дни я тоже там буду подрубать. Все, спасибо всем за просмотр, ставьте лайк, оставляйте комментарии, если вдруг вы хотите видеть подобные видео в таком формате. Я обожаю этот формат, я обожаю формат деда, где он ходит и рассказывает о том, что стримит на Кике, блять, это просто великолепно. Почему на этапе монтажа, ну не понял то, что это супер странно выглядит, пиздец как странно. Еще, то, ну обязательно ставьте лайк и оставляйте комментарии. И пишите, где я буду стримить. Возможно, вам будет интересно смотреть какие-то видеоблоги из Америки. Я могу это делать. А еще могу стримить Такики. Что-то показывать, рассказывать. Опять же, пишите комментарии. Вот, ну, на этом я с вами прощаюсь. Увидимся на Кик сегодня, завтра, послезавтра и в течение всей недели. Все, ребят, всем пока. Увидимся на Кике. Это просто охуенно, я не могу. Бля, он красава. Ну, дед красава в этом плане. Реально. Сука, это великолепно. Его жалко. Буду